Стратегический объект – областной радиотелепередающий центр. Эта вышка знакома каждому жителю города. Именно здесь находится сердце оренбургского филиала РТРС. Сюда стекаются сигналы телеканалов, они обрабатываются и поступают на спутник. Так каждый оренбуржец получает возможность смотреть любимые программы. Знаем, что люди в курсе всех событий, что творится в области, что происходит в области. Все праздничные мероприятия, люди в курсе всего. То есть это самая лучшая оценка, это оценка населения. То есть до каждого зрителя отведена информация. В отделе оперативного управления сетью круглосуточное дежурство. Специалисты ведут постоянный мониторинг качества сигнала и работы сети филиалов по всей области. Всего их более 100. В любой момент оператор может не только понять, что произошел сбой, но и дистанционно устранить неполадку. До 80% всех нарушений, неисправностей, которые происходят на сети, мы можем удаленно, оперативно устранить именно отсюда. С помощью специальных средств, специальных программных средств, специально аппаратных средств. В 60-х годах эта аппаратная могла вместить только передатчик для одного телеканала. Сотрудники оренбургского телецентра говорят, модернизация происходит постоянно. С 2013 года на объектах передается еще и цифровой сигнал. Для того, чтобы раньше вещать эти 10 программ, грубо говоря, нужно было 10 таких передач. Современный стандарт цифрового телевещания ДВБТ-2 с поддержкой режима мульти-PLP позволяет одним передатчиком вещать 10 программ и при этом использовать тот же самый частотный ресурс. Теперь из этой комнаты происходит одновременное вещание всех каналов на город Оренбург и его окрестности, в их числе как федеральные, так и региональные каналы. В этом цехе порядка 20 различных передатчиков, среди них и оборудование Оренбургского регионального телеканала. Именно благодаря нему зрители могут видеть на своих экранах программу ОРТ. Для того, чтобы телевизионный сигнал дошел до каждого жителя региона, такие же передатчики установлены по всей области. Именно они позволяют тем, кто находится у экрана, круглосуточно узнавать новости и следить за проектами ОРТ, которые вот уже 6 лет выходят в эфире первого регионального. 16-й день рождения в этом месяце отмечает Оренбургский телецентр. Анастасия Синченкова, Владислав Горбунов. Новости дня.